Хабаровские полицейские поймали уголовника, который напал на 83-летнего пенсионера в подъезде. Фигурант заприметил жертву еще на улице Калараша в почтовом отделении, где пожилой человек получал пенсию. Грабитель увидел и сумму, и карман, в который пожилой мужчина убрал деньги. Цель казалась легкой. Он следил за жертвой до самого дома, расположенного в районе остановки 19-я школа. 42-летний подозреваемый попал на запись камеры наблюдения, установленной в подъезде. Вот как это выглядело. Уголовник поднимается по лестнице за пожилым человеком. У лифта пенсионер оборачивается на грабителя и видит его лицо. Благодаря этому он смог потом опознать задержанного. Фигурант нападает на жертву сзади, не давая тому возможность оказать сопротивление. В этот момент дверь кабины распахивается. Спустившаяся вниз жительница дома грабителя не смущает. Он забирает наличные и убегает. Ранее мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности за различные преступления имущественного характера. Он отбывал наказание в местах лишения свободы. Из колонии злоумышленник освободился в ноябре 2019 года. В краевом центре он не имел постоянного и легального источника дохода. В квартире фигуранта, проживающего на улице Хабаровской, полицейские провели обыск. Денег там не нашли. Похищенные у пенсионера 15 тысяч рублей грабитель успел потратить. Подозреваемый арестован. Полицейские проверяют причастность задержанного к другим преступлениям. Ему грозит до 7 лет колонии. С места происшествия Константин Ковешников, Юлия Рябцева и Леонид Булдыгеров.